У Мурме назвали лучшего ученика года. За почетное звание в финале боролись пятеро претендентов из 2-й, 16-й, 18-й, 20-й школ и 6-й гимназии. В числе первых имя победителя узнала Мария Жукова. Всю неделю 16 претендентов из школ города доказывали, что именно они достойны носить гордое звание ученик года 2018. На финишную прямую вышли лишь пятеро конкурсантов. Для них сегодня на сцене Центра внешкольной работы последнее испытание. Рассказать о семи своих «я» и минуте славы в их жизни. И что же скрыто во мне? Какой я человек? Лучшие из лучших. Все школьники показали высокий уровень. Но конкурс есть конкурс, и победитель только один. Им стала единственная финалистка-девочка, ученица 18-й школы Снежана Синюшкина. Конечно, это огромная радость, потому что выиграть этот главный конкурс для всех учащихся города – это большой почет. Я очень рада, что я стала учеником года 2018. Выиграть в этом конкурсе без поддержки просто невозможно. Это семья, это родители, это одноклассники, это педагоги, все. Все, большое спасибо всем, кто поддерживал меня и вкладывал частичку подготовку к этому конкурсу. Всех финалистов наградили дипломами и денежными премиями. Мария Жукова, Александр Симонов, Новости Муром.